работа показывает, что избирательная система и комиссия, в первую очередь, Центральная избирательная комиссия, которая сейчас проводит федеральные выборы, как организатор этих выборов, система улучшается. Меньше технических даже ошибок. Не то, что нет гарантии, что кто-то не начнет шалить и нарушать. Да? Нет гарантии пока, к сожалению. Но с каждым годом вероятность такая уменьшается, и система становится чище, прозрачнее, и выборы легитимнее, потому что есть система избирательных комиссий, есть доверенные лица, согласно закону, кто может быть. Есть члены комиссии с совещательным голосом от участников выборов, да, партии или кандидатов. Есть теперь независимые наблюдатели, есть журналисты на избирательном участке, кто присутствует, которые могут подтвердить или опровергнуть. И ведь на протоколах ставят тоже, получают эту копию протокола. А сейчас еще электронные средства применяются при подсчете голосов, при введении данных. Да? Если там нарушены цифровые показатели, то протокол просто не распечатается. И это все видят, это все открыто. Будут наверняка опять высказывания, что здесь было плохо, здесь нехорошо, нечисто. Но вот это количество наблюдателей именно от гражданского общества, это открытость для международных наблюдателей, которые сюда уже приехали. Миссия в ГИПЧУ в ОСЕ, и она у нас на мероприятиях была, видела. Мы открыто проводили совещания по организации наблюдения в регионах. Они присутствовали здесь, видели и остались, как бы, так сказать, да, это все, система работает наша. Вот, я думаю, что мы, общественные наблюдатели наши, смогут доказать или опровергнуть, что, как работает избирательная система. Пока я вижу, что все-то только к лучшему.